Сорт томата «Фиолетовая гордость Весселя». Это среднеспелый сорт, очень урожайный, получен от скрещивания Green Sausage и Cherokee Purple. Вот такие вот удлиненные сливки с вытянутым носиком, темно-фиолетового цвета. Очень крупная, красивая сливка. Куст у этого сорта аккуратный, с поникающей листвой, высотой до 2 метров. Плоды с высоким содержанием сухого вещества, массой от 120 до 200 грамм. Отдельные бывают до 300 грамм и более. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. По срокам созревания он среднеспелый и очень урожайный. Сорт подходит для употребления как в свежем виде, так и для приготовления различных заготовок. Вот такой томат в разрезе. Темно-бордовая мякоть у него, очень мясистый. Очень толстые стенки и по вкусу замечательный, сладкий, практически без кислинки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.